Первый масштабный международный форум молодых ученых начал свою работу в КазНУ имени Асфендиарва. Асфинфорум «Новое поколение 2023» объединил ученых из 20 стран мира на одной площадке для обмена информацией, опытом и результатами исследований в области здравоохранения с целью вдохновения и мотивации творческой деятельности молодого поколения. Первый день форума начался с выставки уникальных разработок партнеров и спонсоров проекта. Ими выступили ведущие компании в области фармации, здравоохранения и IT-технологий. Гостей форума сопровождали и помогали во всем наши волонтеры, но большего внимания удостоился, пожалуй, символ университета и форума – снежный барс. В первый день форума на сцене выступили известные деятели медицины и медицинского образования, представители Всемирной организации здравоохранения, ректоры медицинских вузов, профессора и руководители национальных научных центров. На сцене студенты университета продемонстрировали небольшую театральную постановку, финалом которой стала торжественная передача знамени и символа молодых ученых от почетных учителей новому поколению. Главным идейным вдохновителем Асфинфорума стал легендарный казахстанский врач, профессор, доктор медицинских наук Мирзакарим Каримович Алчинбаев. Он же и передал знамя молодым ученым. А в перерыве между выступлениями организаторы провели масштабную разминку для поддержания здорового духа Асфинфорума. Похлопали сами себе! Молодцы! Это была я, Зарина Нуриева. Но, конечно, главной задачей первого международного Асфинфорума является не только обсуждение, а конкретная поддержка молодых ученых и их проектов. Это рабочая площадка для нетворкинга и установления совместных связей между учеными, профессионалами, практиками с целью долгосрочного сотрудничества в рамках интеграции образования, науки, практики и бизнеса. Мы, развивая потенциал наших молодых ученых, должны создавать условия для того, чтобы их идеи переходили из лабораторий, из пробирок, из патентов до реального производства и доходили до конечного потребителя, до населения. И нам очень отрадно сказать, что при поддержке Министерства науки и высшего образования с Фондом науки Республики Казахстан мы сегодня впервые проводим отраслевой реактор коммерциализации по направлению медицинских технологий. Это означает, что наши молодые ученые на этой платформе будут получать возможность финансирования своих научных проектов в размере до 300 миллионов тенге. Вместе с тем, на базе данного форума мы сегодня открываем научно-технический парк Казахского национального медицинского университета и Endowment Fund. Как вы знаете, президент давал четкие поручения, что крупные национальные медицинские вузы должны создавать на своих базах научно-технические парки, где будут объединены интересы ученых, интересы преподавателей, интересы практических врачей, а также представителей бизнеса. А представить бизнесу молодые ученые могут многое. Это и вакцина от аллергии, новое перспективное лечение ДЦП, проект влияния коронавируса на репродуктивное здоровье мужчин, искусственный интеллект и машинное обучение в лучевой терапии, оценка влияния пандемии COVID-19 на эффективность лечения туберкулеза и многое другое. Все самые важные проекты молодые ученые представили на секциях, которые проходили в разных аудиториях университета, а также на клинических базах вуза. А уже завтра молодые новаторы встретятся с представителями бизнеса и представят им свои идеи масштабирования медицинских инноваций в рамках реактора коммерциализации технологий. Кроме этого, спонсоры Асфинфорума наградят авторов лучших научных проектов денежными сертификатами на общую сумму 5,7 миллионов тенге.